Проект бюджета города Кызыла на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов вместе с прогнозом социально-экономического развития города на 2018 год проходит обсуждение в комитетах Урала представителей города Кызыла. Сегодня проект рассмотрен на объединенном заседании комитетов городского Урала под председательством главы города Дины Аюн. Документ составлен в соответствии с бюджетным кодексом России и положением о бюджетном процессе. Особенностью представленного документа являются новые муниципальные программы, которые были разработаны в соответствии со стратегией социально-экономического развития города до 2025 года. Бюджет готовится к рассмотрению в первом чтении, а это значит, будут утверждены его основные параметры. И в первую очередь основное внимание будет уделено доходной базе городской казны. Основные параметры бюджета столицы на следующий год спланированы в следующих объемах. Доходы более 2 миллиардов 600 тысяч рублей, расходы более 2 миллиардов 700 тысяч рублей. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 52 копейки, евро 69 рублей 75 копеек.